Давай, давай, быстрее, еще быстрее. Живо, живо, шевелись. Пошли, 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 живее. А теперь, Брайан, ты пойдешь прямо в школу. Это еще почему? Потому что я так сказала. Тоже мне. Не хамите, мистер. Нельзя, что ли? Дура. Ну все, ты доигрался. Ой, как страшно. Вам помочь, мэм? Да, сэр. Мой сын Брайан всегда опаздывает в школу. Не могли бы вы поговорить с ним? Может, слегка попугать. С удовольствием. Брайан? Уже почти 8:00. Пора выдвигаться к школе. Пойду, когда захочу. Сейчас захочешь, мистер. Пошел, пошел, живей. Спасибо, сэр. Не за что. Это еще хуже телевизора. Не знаю, никогда его не смотрю. А у меня вообще телевизора нет. Проголодалась? Ради бога, Майкл, проводи меня домой.